Всем здорово, народ, с вами Jetpod 90. В общем, мы тут решили поэкспериментировать, и в честь наступающего Нового года я, наверное, самый глупый стример на этой планете, решил создать аккаунт на русском сервере в игре World of Tanks. Если вы знаете, если вы смотрели предыдущие стримы, которых было не очень много по танкам, я играю в основном на североамериканском сервере. Мне надоело там играть, тем более с вами вместе провести катки невозможно, и я принял решение, что надо сделать аккаунт на RU-кластере, дабы мы вместе с вами могли катать, зажигать, балдеть. В общем, что случилось? Создал я аккаунт, пришел Велероид и говорит: так, чё ты аккаунт сделал, смотри, вот тебе 20 коробок новогодних, дружище, все, сиди разгребай. Ну и я начал разгребать. В общем, сегодняшняя задача — это показать, что тут мы с Сашей решили натворить. Вот вы видите сейчас на своих экранах, это я нажал открытие первой коробки, и оно как бы само автоматически уже открывается. И с первой же коробки мне выпало 500 тысяч серебра, 250 золота и две игрушки на елку. Кто уже открывал коробки в танках, знаете, что это такое. Я очень надеюсь, что мне выпадет прем-танк, потому что, ну, аккаунт как бы новый, и его надо качать, и стрёмно будет качать его совсем с нуля и без прем-танков. Надеюсь, что ко мне будет благословен Wargaming и подкинут мне парочку толковых танков, хотя, конечно, учитывая, как я ругаю эту игру за косяки, причем очень сильно ругаю, то не думаю. Но, опять-таки, аккаунт новый, и, может быть, они еще не прочухали, что это я, и забыли мне заминусить все бонусы. В общем, давайте кайфовать, давайте отрываться. Со мной Велероид, вы подписывайтесь пока на мой YouTube-канал, все обязательно нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления, и нажимайте лайкосы. В комментариях есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, вступайте в нее, там всегда будет расписание того, что будет происходить у меня еженедельное. Саныч, чё, готов? Поехали! Давай поугараем, просто вот я тебе сразу говорю, первое, что выпало, 500 000 серебра, фактически я уже все, могу идти покупать десятки, все. По крайней мере, гусли от десятки я куплю на эти деньги, вот на все остальное не обещаю. Окей, 19-я коробка, давайте смотреть, вообще выпадет что-то или нет. Открываю, 19-я коробка, и поздравляем! Что тут сейчас будет? Ну, давай, давай, выпадай, что там? Ну, показывайся, давай. Мне выпадает море краски, 500 голды, свечка за упокой, походу. И еще одна игрушка 5-го уровня. Да, окей. Пока не жирно. И, знаете, вспоминаю сразу, недавно смотрел, как стримеры открывали, разные стримеры абсолютно разного уровня открывали эти коробки. Очень было забавно наблюдать за теми, кто купил аж 150 коробок ради того, чтобы выпал хотя бы один прем-танк. Я очень сочувствую этим ребятам. Наверное, они очень многого натерпелись, пережили. Открываю следующую коробку. Это уже у нас третья по счету получается. И что нам выпадет сейчас? Игрушки, день према. И 250 голды. Ну, скажем так, вообще отсутствие удовольствия какого-либо. Даже, мне кажется, день према не компенсирует вложенных затрат. Моральных, по крайней мере. Финансовые-то компенсируют, но морально чё-то как-то никак. Окей, смотрим, что у нас еще дальше. Выпадает день према, 250 голды и еще две игрушки. Слушайте, мне кажется, я игрушками обвешаю всю елку 100%. У меня будет самый красивый ангар на планете. И у меня не будет ни одного прем-танка. Но это пока рано загадывать. Всего лишь 4-я коробка была. Теперь открываем 5-ю коробочку, смотрим, что выпадет. Хочется верить вообще, что выпадет прем-танк. Зачем? Чтобы было веселее кататься, было веселее качаться. Давайте посмотрим. Вот уже интереснее, уже 3 дня према. Вот это вообще прям вот стоит, по-моему, сколько? 750 голды вроде как, если память мне не изменяет. Это уже лучше, и в какой-то степени, наверное, это окупит затраты, по крайней мере, в процессе прокачки. Что меня радует. Меня не может это не радовать, конечно. Плюс игрушки, плюс 250 голды, ну ладно. 6-я коробочка. Смотрим. У меня, конечно, чешутся ручки, хочется что-нибудь крутое. Я вот с Велероидом, когда мы разговаривали, я сказал, хочу Скорпион G, чтобы выпал. Можно Лорейн 40 тонн, оба танка классных. Но пока ничего не выпадает. Выпало, в общем, две игрушки еще и 750 голды. Ну, вот это уже чуть лучше, 750 голды, хотя, блин, я не знаю. Ладно, следующая коробка, 7-я пошла, давайте посмотрим. И мы ждем какого-то супер бонуса. Ах, да, конечно, мечтай, Джет, супер бонус тебе. Вот тебе еще игрушки елочные, день премы и 250 голды. Вот это называется раскатал губу. Вот я сижу и думаю, неужели я реально раскатал губу, неужели? Я просто читал много комментов, где люди пишут, что купили один сундук, один вот этот новогодний, и выпал прем-танк.
Ну вот мне интересно, подфартит, нет, 500 голды и 2 игрушки, ну как-то что-то жидко, жидко. Мне кажется, кончились прям танки, просто я уверен, что игроки в World of Tanks просто уже все получили, все что можно. У них, у Wargaming лимит просто халявы закончился, и они раздают тупо игрушки и голду. Ну, ощущение такое. Еще один открыли сундучок, опять выпало 2 игрушки и 500 голды. Ну, голды немножко я наберу, наверное, может пару тысяч, я думаю, будет неплохо, в принципе. Хотя, опять-таки, это не стоит явно тех затрат, которые морально мы вкладываем сейчас в эти коробочки. Так, 10-я коробка, и это первые 50% открытых коробок у нас будет. Ну-ка, 10-я коробка. Волшебное, магическое 10-е число покажет нам что-то. И это 500 тысяч серебра, 2 игрушки и 250 голды. Игрушек у меня... Ребят, меняю игрушки на прем-танк. Кому нужны игрушки? Пишите, я вырежу их из стрима и отдам вам просто в виде картинок. Я распечатаю и пришлю вам по почте. Я не знаю, кому это может быть надо. Ладно, пошла вторая половина, да, Белерой готов. Я вот тоже пытаюсь быть готовым, но что-то чувствую я, что не буду я готов до конца. Да, пролетим, скорее всего, блин, ну ладно. Окей, пошла 11-я коробочка и 100 тысяч серебра. Я хотел сказать 100 тысяч голды. Я бы сразу сказал, что все окупилось, но нет. 100 тысяч серебра, 250 голды и 2 игрушки. Причем вот это очень странные игрушки, если честно, написано Сантовик, но это больше похоже на Джейсона из «Техасской резня бензопилой», вот честно. Только ему на голову колпак надели, мол, это новогодний Джейсон, чего вы удивляетесь? Блин, страшно выглядят они. Ладно, окей, открываем следующую коробочку. Давайте смотреть, что нам попадет здесь. У меня нету такого вот яркого азарта, как у некоторых ребят. Мне выпал... Что? Что? Сентинел выпал. А, уже лучше, чем ничего. Хотя это, по сути, херня. Но, друзья, может, это лучше, чем ничего вообще. Хватит же, да? Типа... А, я понял. Я понял, да. Пулеметный болт мне показали. Окей. Но, кстати говоря, это все равно, ребят, лучше. Сколько стоит Sentinel? Саш, ты не смотрел? Сколько он стоит там в золоте в игре? Но все равно, получается, вот 250 золота, Sentinel, краску дали, гараж дали и две... О, опять две игрушки, обожаю, особенно здесь опять Джейсон. Получается, что грубо здесь мне дали 2000 золота. Но это уже хорошо, я считаю, что за один сейф получить такую награду, это очень круто. Но мы не останавливаемся на этом, идем дальше и мечтаем о том, что что-то выпадет. Все об этом мечтают, Джет не исключение, почему бы и нет. А вдруг мне игра показала фигу, сказала, вот тебе день према, расслабься, мальчик, чё напрягаешься. 250 золота и 2 игрушки. Окей, идем дальше. У меня, благо, нет такого дикого азарта, как иногда бывает у некоторых ребят, у которых реально бомбит от того, что не выпадает. И я, конечно, очень хочу, чтобы выпал прям танк. Выпало 750 голды и 2 игрушки. Но если не выпадет, я не буду, по крайней мере, в истерике. Это 100%, по крайней мере, на камеру. После камеры я, конечно, поплачу, я выключу камеру, тут зальюсь горькими слезами, но все-таки. Открываем дальше. 5-й сундук. Останется еще 5. Давай, Merry Christmas, и вот тебе, Джет, пожалуйста, Лоррейн 40 тонн. Хрена с два, конечно, такой Лоррейн 40 тонн. 100 тысяч серебра, 250 голды и 2 игрушки. Кстати, новые игрушки выпал, красная коробка с подарком выпала и набор для американского футбола. Ура, у меня не было еще таких игрушек. Наконец-то, спасибо, Wargaming, спасибо, я очень хотел именно эти игрушки, я мечтал. Теперь я смогу нарядить свой танк полностью набором для американского футбола и выехать в бой. И это будет Sentinel, который я накрою всеми этими прекрасными подарками, я очень рад. Открываем 6-ю коробочку. Смотрим, что выпадает нам. И выпадает нам... Два домика выпадает. Один почему-то фиолетовый снег, а второй, самое страшное, желтый снег. Ребята, если вы видите желтый снег на улице, не ешьте его, пожалуйста. Это не чистый... Я понимаю, вам кто-то скажет, это чистый снег, настоящий. Это неправда, это описили собаки или кошки. Не ешьте такой снег, пожалуйста. 500 голды еще выпало, да. Окей, открываем. Открываем следующий ящик. Это у нас, получается, уже седьмой ящик. И удивит нас игра или нет?
Удивило, да, две игрушки и 750 голды. Ну, кстати говоря, по голде это, в принципе, не слабо мы уже набрали. Наверное, 1003 точно уже, может, даже 4000 голды есть. Я считаю, что это неплохо. Возможно, даже хватит на прем-танк. Ну, почему бы и нет? А может быть, даже и просто на прем-аккаунт еще на пару месяцев. Тоже зайдет, так скажем. Открыл еще коробочку, дали две игрушки, причем новые две игрушки, и 750 голды. Дали золотистый полосатый шарик и колпак Санты. Мне кажется, как раз колпак Санты объединяешь с золотистым полосатым шариком, и получается Джейсон в новогоднем колпаке. Отлично, я разгадал, я понял, как Wargaming делают новогодние игрушки себе. Последние две коробки, ну, фортуна, лотерея. Ну, конечно, выпадает леденец и домик. Ну и 500 голды, конечно. Все, последний ящик, скрестили пальцы. Давайте, мечтаем, друзья, мечтаем. Скорпион G, Лорейн 40Т, приди. Ну, вот как это, знаешь, Дед Мороз, это то же самое, только Скорпион. Кстати, надо было, но уже поздно. Я уже открыл коробочку, и мне выпало 100 тысяч серебра, 2 игрушки и 250 голды. Вот такие, друзья, мои подарки понавыпадали. Что в общей сложности я получил? У меня было на аккаунте 900 голды и было 17 дней према. Теперь у меня на аккаунте 24 дня према, то есть я заработал еще неделю према, и 9150 голды. То есть фактически я заработал почти 8,5 тысяч голды. Плюс мне дали... танк Sentinel, вот он, 4 уровня, вот такой вот красавец. Не знаю, есть ли смысл на нем ездить, наверное, есть, иначе зачем его выдавали? Очень надеюсь, что не зря, потому что я начинаю думать, что это единственный, самый крупный бонус, который мне выпал. Но при этом, при всем, повторюсь, выпала еще и голда 9100. Кстати говоря, да, и мне в общей сложности выпало 1 317 500 серебра. То есть 17500 явно не выпадало, значит выпал 1 300 000 серебра. Извиняюсь, что тоже неплохо. Что в итоге мы с вами имеем? Открываем дерево исследований, смотрим прем-танки, допустим, да, что я захочу купить. Какие у нас есть прем-танки нормальные? Я вот даже не знаю. Ну, кстати говоря, вот я ФЦМ не могу купить, на ФЦМ мне не хватит. На все остальные, кроме Т-34, мне вроде как хватает у американцев. У немцев я не могу купить только Лёву. Лёва 12,5, нифига дорогой танк-то Лёва, фига себе! Я не могу купить. Так, что тут у нас? ИС-6 я не могу купить, но я могу, например, Т-54 первый образец купить. Вроде говорили, что танк неплохой. У британцев, да, я посмотрел, я могу купить все. У чехов, ну, Шкоду я явно покупать не буду. У китайцев я почти могу купить ВЗ-121ФТ, почти. Либо могу купить тот танк, на котором я рулил и очень много накидывал, но, конечно, если я еще 2000 голды добавлю, это Т-34-3. Короче, китайцев дорогих купить я не могу ни один, но у японцев я могу купить любой прем-танк, и у шведов я могу купить только один из двух танков, второй танк тоже слишком дорого. Вот такие наборы у нас получились, друзья. Вот то, что мы смогли с вами выиграть, исходя из того, что нам позволил получить Wargaming. Спасибо большое, то, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось и вас это улыбнуло. Еще раз всех с наступающим. С вами был JetPod90. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки за то, что я не получил крутой прем-танк. И, конечно же, в комментариях пишите, что вам удалось выиграть и получить с подобных новогодних коробочек. Пока-пока! We'll be right back.